Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим универсальную однодиновую магнитолу от компании JVC, модель KDX163. Магнитола с зеленой подсветкой, поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находятся провода для подключения акустики и питания со стандартным разъемом ISO. Инструкция на украинском языке. Ключики для снятия магнитолы. Оригинальный гарантийный талон. Также дополнительная инструкция на другом языке. Ну и сама магнитола. Магнитола небольшая по глубине, ввиду отсутствия CD-привода. Передняя панель в магнитоле полностью съемная. Под съемной панелью находится кнопочка Reset. На передней панели все кнопки управления. Дисплей. Под заглушкой у нас находится USB разъем, через который можно не только прослушивать музыку, но и подзарядить можно какие-либо мобильные устройства. Ток заряда 1 ампер выдает разъем. И чуть ниже разъем AUX находится. Магнитола вместе с шахтой идет. С тыльной стороны у нас разъемы для подключения, антенный разъем находится, пара линейных выходов RCA или тюльпаны, они еще называются, предохранитель на 10 ампер и разъем для подключения акустики и питания. Магнитолу мы сейчас подключим на 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили питание к магнитоле. При первом включении нам нужно выключить демо-режим. По настройкам магнитола абсолютно гибкая по звуковым настройкам. Визуально подсветку изменить нельзя, но можно регулировать ее яркость. По режимам в данной магнитоле используются три режима. Это режим радио, USB и режим проигрывания через AUX. В режиме радио, как всегда, доступно три диапазона FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Отдельно выведена кнопка управления эквалайзером, что очень удобно. Можно выбрать на любой вкус. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua. We'll be right back.